Калибре начинается новое игровое событие – «Эхо войны». Игрокам будет доступен новый PvP-режим «Взлом». Получайте за победу в режиме специальные жетоны и меняйте их на награды. Свободный опыт, дни премиума, резервы, уникальные эмблемы, камуфляжи, эмоции, добивания и многое другое. И главные награды события – эпический образ для Курта «Егерь». А также новый оперативник «Блуд», штурмовик 22-й СПН. В режиме «Взлом» за победы в раундах вы получите 2, 3 и 5 жетонов соответственно. Количество жетонов за победу можно увеличить с помощью специальных талонов. Чтобы получить эти талоны, играйте в привычные режимы «Зачистка» и «Столкновение». За каждые 3 победы выдается 1 талон. Также по 1 талону вы получите за выполнение каждого ежедневного задания. Каждый такой талон увеличивает количество жетонов за победу в режиме «Взлом» в 10 раз. То есть вы получите уже не 10 жетонов, а 100. Если хотите сэкономить время, талоны можно докупить в магазине игрового события. И это еще не все. Все игроки, которые наберут 120 жетонов, попадают в специальный рейтинг. Чем выше вы подниметесь, тем больше наград получите. Самые лучшие игроки получат уникальную нашивку. Участвуйте в игровом событии «Эхо войны». Играйте в новый режим «Взлом». Зарабатывайте жетоны и меняйте их в специальном магазине на достойные награды. Магазин будет доступен еще неделю после окончания события. Удачи в боях!